Привет! Мы с тобой продолжаем отвечать на экзаменационные вопросы категории С. Трактора категории С. Билет номер 6, вопрос номер 1. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины? Эксплуатация. Смотрим на рисунки. Трещина тут, трещина тут, трещина. Это серьезная трещина. Он вопрос с подвохом. Не допускается во всех случаях. Это 4. Далее. Вопрос номер 2. Проводить профилактический осмотр и регулировки самоходной машины при работающем двигателе. Запрещено. Знали об этом? Нет. О. 59 регион. Вопрос номер 3. Кстати, напишите в комментариях, кто с 59 региона. Это что вообще? Алтай? Ростов? Вон. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины с отсутствующими грязезащитными фартуками и брызговиками, предусмотренными конструкцией? Ну, короче, типа, брызговиков нет, одним словом, ну и все. Надо быть проще. Короче, или по длине, тут надо нажать на 4, запрещается. Конечно, по факту мы ездим с брызговиками и без брызговиков, может даже и без крыл. В общем, чтобы сдать экзамен, надо внимательно запрещать. Вопрос номер 4. Можно ли работать на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции? Запрещено. Почему? Потому что можно задохнуться от угарного. Вопрос номер 5. Картинка, что мы видим? Что это вообще? Обыскивается ли эксплуатация самоходной машины без ограничений хвостовика? ВОМ. ВОМ — это вал отбора мощности. Если вон вал отбора мощности не используется. Она всегда писать запрещает. Нет логики, тут нет ничего, просто запрещается. Вопрос номер 6. При какой остаточной высоте почвозацепов рисунка протектора шин ведущих колес самоходной машины запрещается ее эксплуатация? Так. Менее 5. Вопрос номер 7. Допускается ли при подъезде самоходной машины прицепу или рабочей машины нахождение людей между ними? Никто не допускает. Вопрос номер 8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с открытой раной. Так. Открытая рана. Остановить кровотечение. Защитить рану от заражения и снять боль. Средства вот так через дезинфекцию. Наложить навязчивую повязку, приложить холодный компресс, общественное средство. Создать пострадавшему полный покой, дать горячий пищу человеку. Снег, лед — это же зима. Чай, кофе, если зима, тоже зима. Давайте 3. То, что 3. Вопрос номер 1. Ура! Мы сдали экзамен. Переходим дальше.